Сегодня в Zappo Music симбиоз опыта и молодости, запорожская формация и динозвук. Этой группе нет и года, но музыканты, играющие в коллективе, имеют более чем солидный музыкальный багаж. Энерджайзером является Владимир Карапостол. В свое время он играл в группе Шатенд, затем в Диджеф Гомель Древ, затем снова в Шатенде и снова в Диджеф. В результате, после 14-летнего периода миграции, творческие поиски Владимира привели его к динозвук. За год существования команда заработала репутацию активно гастролирующего коллектива. При этом парни выступают в достаточно разных местах. От крупных фестивалей до корпоративов у дайверов и на праздниках у владельцев финансовых пирамид. Примечательно, что аудитория группы, активная аудитория, это в основном девушки. Казалось бы, вот оно счастье рок-н-ролльщика. А нет. Частенько поклонницы пишут музыкантам всякие глупости в соцсетях. А еще предлагают эти самые глупости в реалиях, а иногда и очень даже настойчиво предлагают поглупить. Если говорить о творчестве, то в настоящее время «Единозвук» готовится добавить к своему позитивному альтернативному року духовые инструменты в лучших традициях ска. На данный момент у парней отличная программа, которая будет одинаково интересна как приверженцам лирики, так и любителям забойных композиций, под которые здорово бегать по утрам. Мы смотрим видео, снятое Егором Гордеевым, на композицию «Календарные числа». Календарные числа прошлого века, мы выходим уже, а ты еще не одета. Позабыла ты где, оставила куртку на прощание. Остались одни промежутки. Вечно все длится.